Ё-моё, чё делать-то только, чё делать? Кто это такой? О, прием-прием, друзья, на связи Шадимен. Слушайте, у меня на рации какие-то начали помехи появляться, так что прямо сейчас в комментариях, пожалуйста, напишите, как вы меня видите и как меня слышите. Если все отлично, то так и дайте мне знать. Короче, прямо сейчас на наших позициях, где мы находимся вместе с Леской, появился непонятный вертолет. С одной стороны, это круто, потому что я несколько месяцев уже не видел никакой военной боевой техники, хотя, может, это и не военный вертолет. Неважно. Короче, возможно, это какие-то хорошие люди, возможно, это какие-то плохие люди, тот же на самый Сектор 7, например. Ну, кто его знает, откуда они могли здесь появиться, например. Может, это вообще Хантер и все остальные, те, кто выжили после взрыва. Короче, друзья, пишите ваши предположения в комментариях прямо сейчас, кто это может быть, и на всякий случай поставьте лайк под этим роликом. И ровно сколько лайков наберется, ровно столько выживших осталось на этой планете. Если выживший, ставь лайк, проверим, сколько нас таких. А те, кто из вас еще не подписан на канал, жмите на красную кнопку подписаться, чтобы потом отсюда ничего не пропускать. Сегодня будет интересно. Конец связи, приятного вам просмотра. На улице начинало уже потихоньку светать, и мы с Леской понимали, что мы должны продвигаться дальше, вернее назад к нашему дому, где нас ждет Вулфи. Однако внезапно, откуда ни возьмись, появился вертолет. Мы начали потихоньку вылезать и поняли то, что этот вертолет явно что-то здесь ищет, либо же кого-то. Но вот сомнения не дают нам сделать однозначный вывод. Либо выбежать и кричать на помощь, либо же подождать и посмотреть, что будет делать этот вертолет. В общем, мы пока что не решили, но если здесь есть вертолет, значит здесь действительно что-то происходит. И мы попали в нужное время и в нужное место. Так, аккуратненько, аккуратненько. Стой. Вон он. Вон он летает, смотри. Я вижу. Прям над заправочной станцией. Слушай, а может у него это топливо просто кончилось, я не знаю. И он завис типа в воздухе, что ли, из-за этого? Да, либо он все-таки слышал то, что мы здесь что-то делали, из-за этого он там завис. Мне кажется, там что-то высматривают. А если это Стеф, если это Хантер, если это кто-то из них там? Не знаю, я бы не... Что делать будем? А если нас пристрелят с тобой? Я смотрю через бинокль, там стекла даже не просвечиваются, он то ли какой-то затонированный, то ли там пленка какая-то. Короче, я не знаю, лучше, наверное, ничего не делать. Угу, во да. Всяком случае, если вертолет сюда прилетел, значит, он прилетел для чего-то, и делает он это для чего-то, и, возможно, он еще вернется. Да я попробую сейчас на рацию соединение установить, может быть, кто-то ответит там. Сейчас, погоди. А, прием. Нас кто-нибудь слышит сейчас? Это выжившие. Ответьте кто-нибудь. Прием. Либо у них частота другая, либо... Либо они нас слышат, но почему-то не отвечают. Ладно. Слушай, пойдем-ка отсюда лучше это. Потихоньку будем в сторону дома продвигаться. Там Вулфи совсем один остался. Давай. А потом уж тогда, если что, мы сюда обязательно с тобой вернемся. Пойдем только через зад выйдем откуда-нибудь здесь. Вот, тут проход есть. Дверь другая. Так, пойдем. Так, вот почему я не хотел через двор этот идти, потому что ты видишь, сколько тут зомби да, валяется просто. Так, все, пойдем. Давай этот вдоль стеночки, чтобы нас с тобой как-то это более-менее видно не было. Только капец, мне кажется, нас с тобой просто заметят да, сейчас. Вообще как на ладони с тобой. Ну, главное резко не двигаться, потому что когда все статическое, человеческий глаз, он особо ничего не воспринимает. Главное да, не двигаться быстро. Сейчас мы этот автобус пройдем, и можно будет побежать. Сейчас вот так вот сюда за угол зайдем. Опа! Так, все, давай сюда. Ага. Иди сюда. Все, погнали. Побежали, побежали. Давай. Машину садиться не будем, пускай она лучше на месте стоит. Она объект большой, и если мы ее с тобой заведем, то ее подавно тогда уже будет видно. Вот. Да, ну, а если это Хантер, либо Стеф, то они обязательно что-нибудь сделают так, чтобы... Мне кажется, они будут все тщательно проверять. Так, но давай, ускоряйся, ускоряйся. Не стоим на месте. Не знаю. Я говорю, волн частот очень много. Мы сейчас, если бы с тобой все это время перебирали... Ускоряйся, ускоряйся. Давай быстрее побежали до дома. Я сейчас один там оставаться не хочу. Если бы мы сейчас все частоты начали с тобой перебирать, мы бы сидели уже до самого утра. Хотя ну, сейчас понятно, уже есть давным-давно утро. Так, все, пойдем. Нет, вроде бы, да, тишина. Не, тишина, тишина. Тут никого не было, судя по всему. Да и кому тут быть вообще? Чтобы тут кто-то еще появлялся, это, по-моему, бред какой-то. Ну, не знаю, однако же откуда-то вертушка взялась. Так. Так, пойдем. Вулфи! Вулфи! Я была у него. Во, молодец, дома, молодец. Так, ты кость уже съел. А это погоди. Что такое? А шоколад ты клала, что ли, ему? Нет, нет. Ты положил. Не-не, я ему шоколад никогда не даю. Так, стоп, так. А кто это тогда? Ты уверен, что ты перед выходом в суматохе шоколад ему не подкинула? Я помню то, что я брал со стола кость и кость клал сюда. Я тебе 100% даю, я шоколад вообще в руки не брала. Так, ладно. Интересная Слушай. Ситуация получается. Вот ты прямо отсюда кость взял, с этого стола, тебе серьезно говорю. Так, аккуратнее, о. Получается кто-то в доме. Так, может, погоди. Есть? Записка от Хантора. Почему через О? Хантора. Так, получается, это нам Хантер оставил, что ли? Контора, может, какая-то, я не знаю. Подожди.
Юху, Шеди здорово, это Хантер. А тут правильно написано. Как же давно мы с тобой не виделись, и вот наконец-то я тебя нашел. Будем тебя ждать сразу за тоннелем смерти. Очень звучит, подожди, так Шеди, скажем, так получается, хорошо. Они тут были? Может, это реально подожди, они? Подожди, в конце концов этого тоннеля будет... В конце тоннеля будет звонок. Брякни в него, как доберешься. Тоннель прямо возле железной дороги, не пересекая мост налево. Как знак, желтый знак кирпича. Увидимся, мы будем на вертолете, так что не пугайся. Ну что, все сходится? Слушай, получается, они живы, они здесь были, значит? Нет. Погоди, погоди, это слишком как-то странно. Какая к черту записка от Хантора? Может... Он никогда себя Ханто не писал, да. Может быть, это опечатка и так далее, но... В торопях, может быть, спешит. Хантера я знаю, он бы такое точно никогда не сделал, я тебе 100% говорю. Это бред какой-то. Да я согласна, но, блин, надежда-то какая-то. Так, и что, мы туда пойдем или нет, в этот тоннель смерти? Так. Я не хочу 3 месяца снова сидеть. Давай, значит, сделаем так. Все, что там написано, мы это все соблюдать не будем. Потому что, во-первых, какого фига Хантер? Хантер бы никогда шоколад Вулфи тоже не дал бы. Он 100 раз оставался с ним, он знает, что он любит, что он не любит. Во-вторых, опечатка. И в-третьих, заявляться, но при этом не показывать себя. Это очень подозрительно. Ну, согласна, есть, да, такой момент. Короче, давай проверим все боеприпасы и собираемся, и выдвигаемся в сторону этого тоннеля. Все, я думаю, столько аптечек хватит, всего хватит. Вулфи, пойдем. Пойдешь вместе с нами, покажешь вообще. Тем более, ты непосредственно видел того, кто тебе подложил этот шоколад, подложил эту записку с дурацкой опечаткой, которую я никогда в жизни не видел, хотя мы сколько с Хантером и со всеми остальными знакомы. Никто никогда не сделал бы такую опечатку. Это просто бред. Так, спасайся, кто... Так, куда он сказал там? Налево, получается. Сейчас, секунду. Так, будем тебя ждать сразу за тоннелем смерти. В конце этого тоннеля будет звонок. Брякни в него. Ага, сейчас. Так, не пересекая мост налево, как знак, желтый кипи. Увидим. На вертолете. Аккуратнее. Слушай, и там про вертолет говорится. Ой, Вулфи, тихо там, за тебя этот. Так, Вулфи, ты знаешь что? Ты зомбаков вообще в этом месте не трогай лучше. Ты лучше убегай от них куда-нибудь. Хотя они вроде на тебя так особо и не нападают, слушай, не особо чуют. Смотри, Шеди, получается такая спланированная операция. Так, давай садись в машину ты и что, на машине поедем. Решил, что ли? Ну, конечно, по-медленному. А Вулфи, ты оставайся снаружи. Вот, будем нашим опознавательным знаком, если что, там он залает и так далее. Короче, что я думаю? Вертолет здесь летает, и он, скорее всего, нас видел, но почему-то ничего не сделал, не приземлился. Хантер бы так себя точно не повел. Я тебе 100% говорю, так что это очень подозрительно. Стороны, смотри, получается, если бы они хотели что-то сделать, они бы нас с тобой уже подстрелили. Тут собака зараженная, погоди. Вижу. Неуж тут стая эта развелась. Так, слушай, знаешь что? Залезай-ка это на поезд, ладно, сейчас? Хорошо. На счет 3. 1, 2, 3. Все, все разговоры потом. Вылезай скорее, вылезай, вылезай. Так. Собака одна. Так, погоди, одна собака сзади. Не тормози, давай, быстрее все делай. Так, тихо, к тебе подбегает, к тебе подбегает еще одна. Так, я ее возьму на себя сейчас. Она вроде на тебя отвлеклась. На, получай, там вдали еще зомбак. Главное, чтобы его не цапнули. На тебя идет. Так, все, готов. Готов. Вулфи, держись рядом со мной, я тебя прикрою обязательно. А вон там, смотри, вдалеке. Я не знаю. Так, стой на поезде пока что, на всякий случай. Так, сейчас, погоди, мы с ним вместе спустимся. Тут под мостом это целая стая какая-то собачья находится, не знаю, кто такие. Так, Вулфи, за мной, Вулфи, вот за мной, за мной. Не, может быть, к вам идти, вы что там, одни, что ли, будете? Попробуй, окей, спускайся, если чувствуешь, что ты справишься, то спускайся. Короче, тут Вулфи, по-моему, в 2 раза больше этой собаки. Так что я думал, что он справится даже с ними, если что. Ну, понятно. Но Вулфи все равно, нафиг оно надо. Пока что подожди, ты столько месяцев уже без тренировок, без вылазок каких-либо. Это раньше, когда у нас и база своя была, и все остальное. Там тебя и тренировали постоянно, и кормили как надо. Так что потом... Потом, если что, будешь бороться, а пока что оставь это все нам. Так, все, погнали. Ой, собака спереди. Ой, тихо, тихо. Так, где она, где она? Вот, молодец, молодец, Вулфи. Так, здесь она у меня, все в порядке. Все, работаем, теперь начинаем. Так, за спину ко мне не заходи. Стоим как-нибудь параллельно, короче, идем по этой дороге и все. Так, все, побежали. Подожди, так, меня, подожди, тут здесь готов. Зомбаки. Здесь готов. Так, еще один. Все, здесь готов. Тоннель смерти, получается, насколько я понимаю, он прямо... Перед нами, да, должен получается? Быть, и пока что мы... Смотри, пока что мы идем правильно. Ух ты ж, ничего себе, здесь целые. Да, поверь. я вижу. Тут, по сути, походу, очень жесткое месиво было. Было, пока да. Что не было нас. Ой, слушай, тут зомбаков-то просто жесть как много на самом деле. Ты на какую-нибудь машину залезть и оттуда лучше отстреливайся, потому что... Ой-ой-ой, сколько их тут подбегает. Вулфи, аккуратнее только там. Так, что ж такое-то? Так, я пока дозаряжу дробаш.
Там тебя точно не достанут? Ты, по-моему, не особо безопасно встал, я тебе предлагаю на машину лучше запрыгнуть куда-нибудь. Так, аккуратненько. Вулфи... Ой, резко. Да что ж такое-то? В сторону куда-нибудь отбегай уже, если тебе не получается залезть. Что ж ты как не знаю кто, как мешок с горохом какой-то. Так, готов. Готов, готов, готов с этой стороны. Но у тебя постоянно перезарядка там. Так, готов с этой стороны. Все, я тут, короче, в одиночку, походу, уже разберусь. Так, я потихонечку по машинам буду передвигаться вперед. Мне кажется, это самая лучшая тактика именно ходить. Вот, Вулфи, молодец. Молодец, Вулфи на машине. Вот. Ой, нет, упал с машины я. Так, Вулфи, оставайся. Молодец, молодец, оставайся на тачке, оставайся. На тебя. Получай. Черт, нет, походу надо с этой тачки уже слазить потихонечку. Эта тактика перестает работать. Вулфи, давай за мной. Сюда, сюда. Так, за эту, за яму отбегай. Давай попробуй так. Сверху, у меня, правда, патроны тебе закончились. Хорошо, да без разницы, воюй с чем хочешь. Слушай, с дробовика стрелять с такого расстояния, тебе честно скажу, идея далеко не лучшая. Ты лучше уж тогда иди сюда, ко мне в ближний бой. Ты просто патроны расходуешь, непонятно на что таким образом. Ладно, и все. Ладно, я слезаю, тогда иду. А да, ой, до другой стороны тоннель, нам в любом случае добраться сейчас надо. Фух, все, по-моему. Жесть какая. Если бы эта ночь была, это было бы еще жестче, мне кажется. Так, на тебя с мачете, опа. Готов, сюда, иди сюда. Так, у меня еда снова потихоньку начинает заканчиваться. Так, у меня что-то так, было, Вулфи. Но пока не могу посмотреть. Ух ты, нифига себе, вот это гигантик у нас тут валяется. Какой-то зомби-переросток, что ли, переросток, это я даже не знаю, как его назвать. Так, смотри. Так. Как у тебя, нормально там все, не цепануло? У меня все в порядке, у меня все великолепно, я сейчас продвигаюсь немного дальше. Так, вход, судя по всему, находится где-то здесь, и... Боже, их там столько, я просто глазам своим не верю, то, что такое количество зомби может быть сконцентрировано чего? Просто в одном месте. На, ты хотя бы говори то, что меня сзади обступать начинают. Обступает. Ну, у меня чуйка хотя бы там срабатывает. Так, все. Давай, залезай куда-нибудь на безопасное место. Так, Вулфи, прости, пожалуйста, прости, не хотел тебя скидывать. Слушай, походу так. Я не тот калибр взяла, короче. Вот он, топором. Желтый. Желтый кирпич, короче, тот самый знак, о котором говорилось в записке, угу. Как ориентир, так скажем. Так, ну что, иди проверяй солдатов, что ты за моей спиной стоишь. Так, у меня давайте зомби сюда, сюда. Я говорю, у меня все с патронами. У меня, передам. я понял, хорошо. Так, все, да к тебе там и не пройдут никуда, у тебя же там этот, решетка стоит и так далее. Я пока что тоннель так, как-нибудь отсюда так, пытаюсь так, зачистить. Так, пайки есть, беру, так, на тебе. Так, что у него здесь? Лучай. Так, что у нас там? Зеленая жижа, это снова непонятная. Так, немножко патроны. Она у нас... На базе тоже была. Так, один так. Есть. Сейчас еще одного посмотрю. Так, так еще что полезного у военных там так, имеется? Водичка о, есть. Так, кстати, так, кстати, так. Все, я уже на другую сторону этого моста сейчас перелез. Так, так. Все, короче, я остаюсь тогда здесь. Походи. Ты, если что, заходи, короче. У тебя там рычаг с той стороны есть. Что? Переходи на мою сторону. Ты точно все карманы проверила внимательно там? Все, я посмотрела там. Ну, точно, да? Пайки, вот это так. Все там бан. Слушай, а тебя не устраивает то, что ты, например, без рации ходишь, тут рация валяется? Леска, ну ты что, какая-то какой-то дундук какой-то, я понять не могу. Просыпать уже, наконец-таки. И понимаешь, что у нас сколько мы тут месяцев скитаемся. Рация, я не знаю, как тебя, но меня эта мысль очень сильно как бы воодушевляет по поводу ребят. А ты какая-то там... Так, тактическая каска, нет, ее брать не буду. У меня рация есть, все, у нас тут двоих теперь рация имеется, а ты говоришь, что всех военных обыскала. Да мне вообще что-то вот то, что с тобой... Слушай, тебя не кусанули, я к тебе буду повнимательнее как-то это следить за тобой, потому что ты очень странно себя ведешь. Да не придумывай. Честно мне... говоря, ты меня очень пугаешь, ну не знаю, да, не знаю. Это кто там, какой человек? Я не знаю, да нет, зомби просто в этом бронежилете, ничего необычного, по-моему, пока что, я не знаю. Так, тут зомбятина ходит повсюду. Давай смотри ящики лучше повнимательнее, чтобы это не пропустить ничего. Может, в них тоже хоть что-то осталось. Хотя, судя по тому, осталось пустой ящик, ничего. Сколько не... валяется здесь зомби, здесь такой огонь велся, то что просто оттас. Хотя нет, погоди. Чего? Ты рядовой, что ли? Да я тебе говорю же, что как человек прям. Фух, нет, нет, не рядовой, это просто инфицированный. Ай, инфицированный, очень сильно инфицированный, между прочим. Капец, он меня скинул, конечно. Так, погоди, сейчас его на себя тоже сейчас... Ух, так, нормально его откинуло. Так, продолжаем. Продолжаем, Вот. Нифига, сколько из него патрон вывалилось. Жесть какая. Так, что у него тут есть-то? 9 миллиметров, 12 калибр. Так, 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 так. У тебя винтовка не работает, короче, она сломалась, да, насколько я понимаю? У меня там этот что-то с калибром 12, так что... я взяла, тебе надо, нет? Слушай, дай мне та свою винтовку, может, я сейчас посмотрю, может, там затвор, там пулю заел, еще что-нибудь, я сейчас посмотрю внимательно.
Что у тебя с твоей винтовкой там? Вообще непонятное происходит. Вообще не подходи. Так, нет, все в порядке, смотри. Все, вот. Ты зарядил? У тебя винтовка, да, в абсолютном порядке, все работает у тебя. Я не знаю, что у тебя там было с ней не так. О, спасибо. Водичка, великолепно. Так, я более... так ладно, пойдем чего? Продвигаться дальше. Нас, получается, ждать будут где-то примерно на той стороне. Так, что, как вперед-то пройти? Так, подожди секунду. Стой, не лезь только. Ай, вот это была что ошибка. Вот это была ошибка. Фух, все, выбрался. Ну его нафиг, я сюда больше не полезу никуда. Так, а как мы вообще будем? Что за место, блин, придумали? Еще тоннель смерти какой-то, реально. Боже мой, Вулфи, давай вылезай оттуда скорее. Так, погоди секунду. Еще раз тут свалился. Капец, конечно, жесть какая-то. Вулфи. Так, оставайся пока что на той стороне. Вот он, капец, Вулфи, у тебя иммунитет, что ли, к этой зеленой фигне? Вулфи, понять не могу. Так, ты так, так, хорош, что? Конечно. Так, что у нас? Так, погоди, стой, я тебе лучше эти блоки поставлю, потому что у тебя броня фиговая. Вот, и еще мы там наступишь куда-нибудь, я не знаю, провалишься. Так, тихо, Вулфи, не надо только мне еще раз показывать, то, что ты там умеешь круто лазить по этой фигне и так далее. Так, все, давай пробуй, короче, не знаю, главное, не упади только сама в эту жижу зеленую. Все, давай, наконец на этой стороне. Фух, еле-еле справились с этим паркуром. Жесть какая. Так, Вулфи, аккуратней, аккуратней. Надо сматываться с этого тоннеля смерти, я не могу здесь больше. Так, я уже умерла три раза, так. Черт, вертолет. Это они. Это вертушка та самая, так, скорее всего, которая летала там на заправочной станции. И вот это, то, что в записке говорилось. Так. Так, опа, пожарники. Здравствуйте. Так, давай тихо. Все, огонь не открываем. Хорошо. В руки топоры берем и аккуратно... Пробираемся дальше, в сторону вот этого забора. Я вижу красную штуку, да, о которой говорилось в этой записке, что там якобы мы брякнули и так далее. Вот она села. Вертушка. Только, по-моему, немного другой вертолет какой-то. Ну ладно, ничего страшного. Так, так что там погоди. Видно? Нет, так. Да, я вижу кого-то, люди какие-то на мосту стоят. Так, где мой бинокль? Гляну. Так, отойди в сторону, куда стал-то здесь. Так, я пока не вижу никого. Это док. Это сектор 7. Откуда он взялся-то? Ты помнишь, на момент взрыва дока не было с нами? Кстати. Мы забыли его, либо прочитали, либо что-то было. Такая была паника, то, что мы просто забыли, где он находится. Да-да-да, точно, его не... Получается, что док работает с сектором 7, но... Чего он от нас хочет-то только?